господа, рэп батл Warface против Майнкрафта. Поехали! Я раскидывал кубы, когда ты еще не вышел. Да, ты первый, но с конца. Майнкрафт по жизни вышка. Снова говорят, я худший, но нельзя меня не любить. Майнкрафт — это игра детства. Warface, ты жалкий фрик. Снова буду первым, майнкрафт — это победа. Ты выходишь на батл, но батлы мои где-то тебя вынес далеко. Только зря трачу время, ты на батлах убийца. Я на батлах химера. И снова доказал, что лучше здесь только Майнкрафт. Ты поставил все на кон, но пойдешь ва-банк. Warface, да я снова здесь. Для любого оппонента Warface — это конец. Если я на батле, значит точно будет мясо. Тебе дал леща GTA, я второй дам тебе сразу. Лучший шутер, а.к.а. игра года. Я рассмеялся с CSGO, вынесу тебя свободно. Малец, беги быстрей, пока осталось твое время. А то я мигом кэф поставлю на твоей коне. Если вы шутеры, значит вы должны побеждать. Чего вы взяли, вам не давали права так считать. Если я проиграю, я проиграю по фактам, но этому не бывать. Я наступаю вам на пятки. Я лучшая игра для детей, для взрослых тоже не просил доната. Я не стал дороже, я вешу очень мало, тяну на всех компах. Скачал, открыл и сразу начал играть, you know. Вы лезете к нам в батлы, словно в комплекте троян. Но я как антивирус быстро очищаю вас. И все уже знают, я лучший на этом батле. Даже твои игроки создают Warface в Майнкрафте. Я вынес GTA, я вынес CSGO. Тебя вынесу тоже, ведь твое время прошло. И мне никто не соперник, уж особенно ты. Для детей ты топ игра, быстро убери понты. Кто победил? Кто следующий? Тебе решать. Рэп.